Друзья мои, сегодня мы с утра собирались пройти путь пешком, пеший маршрут по Баранка Инферно. Это здесь, наверху Вадехи. А в конце пути там должен быть водопад. Мы уже подготовились морально. Но сегодня я включил телевизор и увидел на канале Paramount сериал «La Carrera de la Muerte». И сериал называется «Инферно». Какая часть? Как это расценить? Ну, поживем, увидим. Вот такая пушка стоит, охраняет объект. Вот такой слой чугуна. Сантиметров 10. Понятное дело, лафет новый. Чугунные тяжелые колеса. Как это все насыпалось, как все это делалось. Это домкратик, который наводил вот на этих строителей. Вот такая пушка. Ну что ж, пойдем дальше. До Баранки много еще осталось.
значок означает, что это зона защищаемая аютаментом. Есть опасности обвала камней. Нельзя трогать ни птиц, ни цветочки собирать. Консервные банки чужие тоже нельзя трогать. Там, возможно, еда. Шучу. Не выкидывайте банки. И громко не кричать и не дудеть на такой вот дудке. Ну, если кто музыканты есть, корнисты, барабанщики. Вам сюда нельзя с вашим инструментом. Вот здесь обзорная карта. Добро пожаловать. Баранка Инферно. Говорит то, что надо брать шлем. Нельзя ни курить, ни поджигать, ни плавать. Не знаю. А, да, там есть вот такой водопад в конце пути. В нем купаться тоже нельзя. Ну, в принципе, зачем тогда вообще идти? Я так подумал. 6,4 километра, 3 часа. То есть, по идее, мы должны здесь стартовать. Так. Здесь привальчик. Туалетик, да. И вот дальше к водопадику. Так, вот, а потом обратно сюда. Семнадцать и 9 километров. То есть там 6 километров. 7 никто не считает уже, когда есть 17. А теперь, друзья, запомните эту ключевую фразу. Чуть подняться, посмотреть. Мы же можем чуть подняться, посмотреть. Ну, согласен. Замечательный вид. Ну, сейчас попробуем, конечно, сходить куда-нибудь. Чё, зря пришли. Но не до конца. Мы идем одни, без инструктора. Так что, кто боится, переключайтесь на другой канал, уходите от нас. А кто смелый, оставайтесь с нами, и мы пройдем весь путь вместе. Отсюда начинаются оба маршрута. Вот. ТФ-71, ПР. Они все одинаково называются. Лас Лахас, Бока дель Пасо, губы какого-то Пасо, Инфончи ля Куинта. Вот. И вся трасса будет помечена вот такими, вот таким знаком. Белый, желтый. Вот начало такое, вроде как внушающее доверие, хотя не настолько, чтобы по нему пройти по этому пути. И вот, соответственно, эти знаки. Ну что, пошли?
цветки агавы, решили переплюнуть эту башню. Мне кажется, у них ничего не получится, потому что все высохло уже. Да, вот мы забрались. Кругом все высохло. Жуткое зрелище. Это вроде зрелище не жуткое. Необыкновенно. Если будет совсем край, можно нажраться опунцией. Можно не нажраться. Честно говоря, так лениво за камерой возвращаться. Сандерист забыл свои краги. Надо посмотреть, кто там впереди идет с палочками. И без краг. Вы думаете, мы дошли? Нет, мы еще идем. Честно говоря, я даже не вижу, куда мы идем. По идее, я как бы должен представлять конечный путь, что там меня ждет ручей, водопад, лес, шашлык, мангал. Мангал, шашлык, кафешка, где мне немножечко нальют. Но, к сожалению, я даже не представляю, что там в конце пути. Может быть, поэтому этот путь мне интересен. О, наконец-таки люди. Люди, наконец-таки. Оля. Что-то в лицах людей я не увидел эффекта «Вау! Как хорошо там! Идите быстрее туда! Вы там увидите это!» Нет, такого не было. Они сказали: «Оля, смотрите, друзья, вроде все кругом сухое, безжизненное, кактусы какие-то, ну сосна сосной, она, это понятно. И вроде здесь расти-то даже кактус вон
портится без воды. Ну, посмотрите, какое-то маленькое растение. Вот такусенькое. Видите? А, это типа щучий хвост. Оно пробивается, и скоро будут новые такие вот красивые растения. И снова все зазеленеет, я надеюсь. Потому что земля, ну, почва сухая, и вообще она непригодная, по-моему, для жизни. Кстати, это земляные улитки. Земляные. Вот такие еще есть. Уникальная флора, фауна этих мест. Тропа как идет извилисто. Вот тут вот. Мы уходим туда. Пока не знаю куда. Возможно, найдем то, не знаю что. Надо беречь воду. Нас кто-то догоняет. Так, мы встретили на своем пути еще одних сандеристов из Германии. На вопрос, как там, они сказали, ничего интересного. И да, и очень сложно идти. Нужна специальная обувь, которая не как у нас, вот такая, а поддерживающая лодыжку. То есть вот здесь. То есть моя подошва на катерпиллерах еще как-то подходит для такой местности, но все равно нужно, чтобы она, обувь, поддерживала лодыжку, чтобы не было случайных вывихов. Вот такое сооружение из камней. Смотрите, как оплавленные. Плавленные все. Пемза. Такая жесткость довольно. Для заскорузлых мозолей. Строим с углом. Не знаю, видно, не видно. Может, гуанчик. А может, гуанчи. Вот мы заприметили интересные гроты. Вот особенно тот вдали. Ну, также самый интересный грот, он всегда вдали. И вот там вот очень красиво. А там уже, кстати, баранка. Вот она идет там. Вот там идет баранка. Обрыв, овраг. Ну что, пошли дальше. Вот такая красота. Мы встретили еще одного человека, который сказал, вау, ой, что за орел такой. Мы встретили еще одного человека, путника, который, он из Англии, он сказал, что оттуда открывается прекрасный вид, и дорога идет вот на ту вершину.
там за сосной. Вот, они расходятся, одна направо, другая налево, как я понял, как позволил мне понять мой словарный английский запас. Ну что, да, он обратил внимание, а у нас воды мало осталось. Так что будем экономить. Интересно, конечно, дойти до туда. Ну, посмотрим, насколько нас хватит, потому что надо учитывать еще и то, что нам нужно еще вернуться. А вернуться нам нужно не в Ворону, не туда куда-нибудь, а именно сюда, потому что у нас ждет здесь автомобиль. Друзья мои, что там красиво, что здесь красиво, я так думаю, что еще и наверху красиво. Ну, отговорите мою супругу, отговорите, пожалуйста, мою супругу, скажите, не надо подниматься нам, не надо подниматься нам. Ну ладно, пошли. С вами на высоте 705 метров, как показывает альтиметр. Все, идти вот туда куда-то наверх, к вершине. Вот это красота. Надо же нести водички, чтобы попить здесь, да, попить здесь попить. Там были. Я говорю, здесь как-то обманчиво с расстояниями, что ли? О, кажется, далеко. Или мы расходились. Быстро все пошло. Может, домой хотим? Там у нас холодненькое пиво. Нет пива? Ну, нет пива, есть магазин. Собирается тяжелая низкая облачность. Скорее всего, возможно, даже мы с вами попадем под дождь. Эль Пахаро. Да, конечно, видеть такие вещи – это непередаваемо. То есть туда тропа идет и сюда основная, как показывают.
Здесь, видимо, огорожено. Да, это, скорее всего, до трубы. Или, может, там есть какой-то viewpoint. Я сейчас поднимусь туда и тебе скажу. Сейчас здесь пока отдохни. Здесь канализация чугунная, скорее всего, с водой. Здесь просто viewpoint, но впечатляющий вообще, шикарно. С одной стороны открывается долина, вот это, а с другой стороны океан, Адехи, очень красиво. Я бы еще, Танюх, поднялся все-таки, потому что сейчас мы находимся на высоте около 900 метров над уровнем моря. Я бы хотел... Сейчас мы находимся приблизительно на высоте 900 метров над уровнем моря. Море, кстати, вот здесь вот, если провести такую черту, то это будет 1 километр, если не врет самый точный альтиметр, который я установил на этот телефон. Если нам идти дальше, то я надеюсь, что вот, дойдя до того верха, будет 1 километр высоты. Мне кажется, стоит попробовать. Как кактус радуется солнцу, небу. Красота, как человечек. Видите, куда ушла моя супруга? Ее сейчас догонять. Я, пожалуй, здесь останусь, все равно назад пойдет. Красота. Шишечки канарской сосны. Вот малюсенькие совсем. Сколько идти, но мы же не привыкли отступать. Да. Здесь тропа попроще, там не очень, но она разная. Самое главное, берите, ребят, хорошую обувь. Мои катерпиллеры стерлись. Еще только недавно вот тут были. Как здесь слышны звуки. Мы сейчас находимся на высоте где-то 950 метров над уровнем моря. Трудный участок — это вот эта вот крутая горка. Как оказалось, ходить по большим валунам очень тяжело. Особенно, когда попадаются мелкие камушки, вот эти, они как шарики, на которых ты можешь подскользнуться, и нужно быть аккуратным.
здесь почти асфальт. Все эти глыбы поднялись из глубин морских. Неведомой силы. И вот так вот застыли. Представляете, какая силища природная, стихийная. Так, ну вот, друзья мои, мы дошли с вами до развилки. Здесь баран. Нам обратно 3,9 километров покаминарить. Можно сходить в Ла Квинта. Ла Квинта. Там еще осталось 1,7 километров. И Лас Лахас. Вот по этой камину. К сожалению, сегодня Тейды не видно. Наверное, было бы красиво. On your toes, don't forget to dot the I's. Write a little note on your toes, don't forget to dot the I's. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie. Let's do the breakaway.